Азербайджанский спортсмен Гетин Магомед Гаджиев. Схватка как для тебя сложилась? Вот Марю выложился полностью. Реально устал? Соперник был крепкий очень. И функционально. Сильно, вообще не подустал. Тяжело было, легко не было. Хороший соперник. Спасибо ему за хорошую схватку. Слушай, огромное количество дагестанцев выступает в Азербайджане, тренируется. Вот ты можешь сказать, два региона соседи рядом, есть какой-то особенный стиль именно азербайджанской борьбы или вы похожи абсолютно? Почему? И дагестанцы борются за Азербайджан, да. И осетины борются. Бывало, даже абхазцы приезжали. Стиль нету. Когда мы только туда приехали, у них только один олимпийский чемпион был, Намик Абдуллаев. Как мы туда приехали, у них начала развиваться борьба. Уже есть два олимпийских чемпиона. Это Шарип Шарипов, Тугрул Аскеев. 4-5-кратный чемпион Хаджи Алиев. Там на глазах борьба выросла, да. Отношение народа к вам, к борцам, вас особо выделяют или все-таки футбол есть футбол? Нет, они относятся к нам по-братски. Проблем никаких нет. У нас хорошее братство с азербайджанскими братьями. Первоначально были, что мы не понимали друг друга. А сейчас вроде нормально все. Какая мечта у тебя в спорте? В спорте, как у любого профессионального спортсмена, олимпиада, да, но я сам выступаю не в олимпийском весе. Сюда тоже я приехал просто пробороться. Мой свой вес 70 килограммов. Я просто выступил из-за команды на 74. Так хочется, конечно, в мире Европу сперва выиграть. Определенную ступень пройти, а дальше уже о олимпиаде думать. Если говорить об олимпийском весе, все-таки ты будешь опускаться в 65 или же 74? Вот ты сейчас попробовать, ну что называется, прибавить. 74 тысячи тоже вроде неплохо прошло. Вчера я боролся с хорошим спортсменом, вольником из Турции. Крепкий, очень опытный. Я считаю, что я эту схватку не проиграл. Я один момент просто отдал, и то своя ошибка была. А так 74 у меня нормально идет, но все-таки мне хочется на своем весе, на мире, на Европе медаль взять, а потом уже думать о олимпийской весовой категории. Ну вот Магомед Курбаналиев уже определился, он перешел в категорию 74, а ты по комплекции похожий, такой крепкий. Магомед Курбаналиев уже чемпион мира, чемпион Европы, а я всего лишь участник. Из-за этого ему можно и переходить, а олимпиаде думать, а мне сперва надо на Европе, на мире хотя бы одну медаль взять, потом уже думать о олимпиаде.